Вот здесь замес для батончиков. Сейчас, да, вот мы с вами с начала процесса, мы зашли с конца, посмотрели на робота, и это у нас начало процесса, где идет приготовление массы для батончиков. Сырье, сырьевая, помещение сырьевое у нас с противоположной стороны, здесь готовятся навески, и сразу на один замес дежи. Вот то, что этот смеситель, он у нас дежа называется, это как тестомес, по принципу тестомеса. Сюда загружаются сухие компоненты, и для крутоняни у них здесь своя особенность, у них сок используется в качестве связующего. На своих протеиновых батончиках мы варим сироп с изомальтом, а у крутоняни используется только сок, яблочный концентрированный сок. Когда добавляются пектинные кусочки фруктовые, и вот эта вся масса с соком перемешивается. Один замес дежи, получаем 40 кг массы, перемешивается до того, чтобы пектин начал работать, кусочки и пектин начинают работать, масса слипается. Визуально по массе видят операторы, какая она должна быть. Вот, бывает, что меняются немножко сырьевые компоненты, и, допустим, время либо чуть увеличивается, либо чуть уменьшается. И там вот идет наклонный транспортер, его вот с той стороны хорошо видно. Эта масса, вот сейчас как раз идет выгрузка, когда не переворачивается дежа автоматически, и из нее масса вываливается на транспортер. Этим транспортером подается на линию. Линии дозирующий бункер, из него выдавливается на ленту транспортерную и два барабана. Такие вот отдельными дисками они расположены. И оттуда уже видите, батончик фрутоняня – это контрактное производство. Поскольку контрактное, мы не имеем права никого угощать, никому показывать, как инспектировать, только вот как в качестве реальности. Вот посмотрите, здесь батончики вот такими же роботами, как я вам на фасовщике показывала. Вот они работают. Да, смотрите, прикольно так, машинка работает. Батончик фрутоняня, яблоко, банан, клубника. Мы три вкуса делаем. Яблоко, груша, банан, яблоко, перцы, малина, яблоко, банан, клубника. Вот три вкуса. Одна основа, только там фруктовые кусочки и ароматизаторы идут немножко разные. Вот оно, сердце. Баночки. Крышки, крышечки, баночки. Наш любимый глюкозамин. Видно вентиляцию, все, что находится под ним, то есть все над участком, это вот
задумка такая была у нашего руководства. С этой стороны у нас идет приготовление таблетной массы, таблетирование и нанесение покрытия. Та сторона – это фасовка в баночку и упаковка. Процесс изготовления таблетки. Предварительно приготовление гранулята, вот так как раз у нас человек сейчас вот наверху на эстакаде стоит, она занимается приготовлением гранулята. Чтобы порошок хорошо таблетировался, из него нужно гранулки изготовить. То есть она загружает в смеситель порошок, добавляет воду, это все перемешивается интенсивно, и получаются уже такие гранулки. Сначала крупные, потом их перетирают через сито для влажного гранулята. Потом вот у нас стоит такая высокая, как ракета, это сушилка в кипящем слое, или еще называется в псевдоожиженном слое, когда снизу подается горячий воздух, и эта масса вся, она вот кипит, наложена в днище, находится, поднимается, и таким образом идет сушка при определенной температуре, определенное время. После сушки гранулят калибруется, чтобы все гранулки были одного размера. Для этого вот тоже у нас стоит такой аппаратик, как тарелка перевернутая. Он закрепляется, дно сушилки переворачивается, и масса проходит через ножи, через сито. Готовый гранулят, проверяется его влажность в лаборатории. Если все хорошо, то дальше мы его подаем на таблетирование. У нас два таблет-пресса, на которых можем проводить таблетирование. Пойдемте сейчас дальше. Вот смотрите, у нас вращается там, видите, это бин, смеситель. В этот смеситель загружается гранулят и загружаются скользящие вещества, которые придают дополнительное скольжение, чтобы легче было таблетировать массу. И полученный гранулят, вот сейчас как раз у нас работает большой таблет-пресс, можно увидеть, как такой же бин поднят уже на таблет-пресс. Видите, один перевешивает, а другой в это время в работе. Вот. Ага. Можно? Вот отсюда хорошо видно. Вы видите, вот здесь видно, как он крутится, да? Да? И каждый плансон присутствует одну таблеточку. 32 плансона у нас друзья в этом диске. А гранулят вот готовый, он подается сверху, немножко приоткрывается задвижка, и постоянно-постоянно идет подсыпка массы. Уже на выходе получаем готовые таблетки. Так, у нас все могут показать их поближе. Сказала, не сказала, сейчас мегавитамины мы таблетируем. Да, мы узнали. Вот, готовые таблетки, потом, ну вот пултер, он так плохо видно, его здесь вы не совсем увидите. Чтобы представляли, это по типу стиральной машины. Барабан перфорированный, тут в нем вращаются таблетки, форсунка туда вставляется и идет, просто разбрызгивает вещество, которое нужно нанести на поверхность красителя. Мегавитамин у нас раньше зеленые были таблетки с тем сидом титановым, да, уже, наверное, все в курсе. Вот сейчас, поскольку тенденция пошла уходить от этого покрытия, то мы переходим на другие. Поэтому таблетки теперь у нас фиолетовые и покрытие прозрачное. Просто для того, чтобы таблетка не пылила. Больше она никакой нагрузки функциональной не несет. Так, если сейчас это случится, если мы что вы снимаете? А, ну да, мы видели. Готовые да, таблеточки, да. Вот здесь с этой стороны не так красиво смотрится таблет-пресс, как с другой. Давайте пройдем здесь, может, где-то в коридоре, потому что сейчас начнут группы следующие. Здесь фасовка. Вот таким образом идет фасовка в банку. Баночка 100 мл, 150, может быть 200 мл. Любая банка, которая нужна, загружается, подается в бункер.
Потом здесь она ориентируется, переворачивается кверху донышком. И в нее идет дозирование таблеток. Дозирование идет по штукам. А это посовка. 120 штук нужно в банку, значит 120 штук. Дозировка задается. Можем по 60, можем посовать даже, например, два продукта. Здесь вот два ручейка. Можно подавать одну таблетку. У нас были такие комплексы детские. Одну таблетку в один бункер, вторую в другой, и они загружаются и по очереди пасуют. Оператор обязательно контролирует с периодичностью, не реже раз в час контролирует количество штук в баночке. Дальше идет на закрутку крышки. Крышка тоже подается автоматически, бункер загружается, и дальше здесь крышки подается. Подача. Здесь уже баночки с таблетками. Закручивается несколькими дисками режимными. Крышка долгоминичного состояния. И далее идет нанесение этикетки, вот вы видите, этикетировщик. На этикетку наносится номер партии, дата изготовления и срок годности. Оператор тоже обязательно проверяет маркировку на этикетке, проверяет качество. А, вот там этикетки наносят. Крышки, если все нормально, то оп, баночка с этикеткой. А по-разному, в зависимости от 56, по-моему. Очередь. Любительность. Ну, линия делает тут 10-12 тысяч банок в смену. За 7,5 часов. Да, 10-12 тысяч банок за 7 часов. Продукты. Какой-то очень легко идет, он быстро, быстрее пасуется, какой-то просто сложнее бывает. Есть еще упаковка в коробочку, есть продукты, которые еще дополнительно в индивидуальную коробочку. Тогда это все просто укладывается в короба, потом вручную уже комплектуется, укладывается в коробочку и дальше в блок на короб на поверхности. Такая вот здесь операция. Отсюда же таблетки у нас в сеты, мы передаем на другой участок, где идет сет-пакет. Тоже знаете, да, все знакомы с шоу-боксы, которые вот отдельные сеты у нас. Здесь тоже на этом участке изготавливают эти таблетки и дальше пасуют. Ну, этот участок мы посмотрели, какие-то вопросы у кого-то есть. Прокачиваться и по коридору, как заходили. Можно